Всем привет, друзья! Этот ролик я записываю для того, чтобы объяснить вам, как принять участие в нашем розыгрыше 30 металлоискателей и выполнить все условия. Как вы знаете, завтра, 25 декабря в 15:00 по Москве в прямом эфире на нашем канале YouTube будет проводиться розыгрыш в прямом эфире. И в связи с этим поступает огромное количество вопросов по поводу того, как принять участие, правильно ли я выполнил все условия. Я, конечно, очень не понимаю, в связи с чем вызвано такое количество вопросов, но, собственно, в преддверии прямого эфира решил еще раз объяснить всем на примере своей страницы, на примере своего канала YouTube, как принять участие. Все условия написаны в описании ролика на нашем канале YouTube. Может быть, не знают, да, что такое описание и так далее. Ну ладно, в общем, разберем сейчас ситуацию на моем личном примере. Начнем с чего? Абсолютно не важно, откуда вы узнали о нашем розыгрыше. То есть это может быть пост либо вот ВКонтакте, либо напрямую с канала YouTube. Тут разницы абсолютно никакой нет, как вы заходите. Единственное, что я бы посоветовал вам зайти с компьютера, потому что с компьютера сделать все намного удобнее, выполнить все условия, принять участие. Ну, с телефона тоже можно сделать. С телефона мы сейчас не будем разбирать. Я думаю, на примере, как это сделать с компьютера, вы поймете, и с телефоном у вас не будет проблем. Значит, ну, допустим, вот я увидел пост в группе ВКонтакте. Я не подписан ни на какие группы МД-регион, ни на ТЦ МД-регион. Ну, к примеру, я специально отписался, чтобы вам все пошагово показать. Значит, начинаем. Как принять участие? Написано условия участия и ссылки в описании ролика на канале YouTube. И дана ссылка. Все очень просто. Нажимаем, переходим, попадаем на наш ролик. Вот здесь внизу нажимаете еще. И вот это все специально написано для вас. Как вы видите, правила участия 9 пунктов. Ну, плюс дополнительные подзвездочки, это для дополнительной информации, мы их тоже разберем. Значит, что мы делаем? Правила участия. Подписаться на канал МД-регион ТВ. Открываем в новой вкладке. Попадаем на канал МД-регион ТВ. И нажимаем подписаться. Можно еще колокольчик поставить, но это не обязательно. В условиях у нас сказано только подписаться. Все, вы подписаны. Можно закрывать. Идем дальше. Следующий пункт, второй. Подписаться на канал Safari. Попали на канал, нажимаем подписаться, можно колокольчик поставить, можно не ставить. Главное, что подписано. Все, второе условие у нас выполнено. Дальше. Вступить в группу ВКонтакте в МД-регион. Пожалуйста. У меня здесь открыта моя страница. Сейчас удалим запись, это я уже делал для вас. Решил перезаписать. Вот, у меня стена, ничего нет. Страница залогинена, то есть я нахожусь на своей странице. В новой вкладке открылась группа. Вот по этой ссылочке, прямо на нее нажимаете и переходите, попадаете в группу. Вам нужно подписаться. Все подписано, условия выполнены. Следующий пункт. Вступить в группу ТЦ МД регион. Тоже есть ссылка. Все замечательно, все очень просто. Вступить в группу. Все, вы участник. Все замечательно. Получается, мы выполнили уже 4 пункта. Дальше. Сделать репост именно этого видео на свою страницу ВКонтакте. Тут все тоже очень элементарно. Вот у вас есть «Поделиться». Есть галочка специальная. Нажимаете на нее, выбираете социальную сеть. У нас в условиях сказано, что ВКонтакте. Сделать репост именно этого видео на свою страницу ВКонтакте. Пожалуйста, нажимаем «Поделиться», выбираем ВКонтакте. Друзья, подписчики. Здесь можно написать комментарий, допустим, там, как вы любите. «Хочу приз» или «Участвую». Вот так можно сделать. Ну, можно вообще ничего не писать, можно просто сделать репост. И нажимаете «Отправить». Все, проверяем. Пожалуйста, репост у нас есть. Смотрим следующее условие. Закрепить данную запись на странице до окончания розыгрыша. Тут все тоже элементарно. Нажимаем на галочку. У вас есть «Удалить», «Архивировать», «Сохранить», «Редактировать» и «Закрепить». Появляется запись, закреплена. Все замечательно. С этим условием мы тоже справились. Дальше. Оставить один комментарий именно к этому видео на нашем канале МД-регион ТВ.
в котором указать ссылку на свой профиль ВК. Ссылку на свой профиль ВК вы берете вот отсюда из адресной строки, сочетанием клавиш Ctrl-C вы копируете, или вот через правую клавишу мыши нажимаете «Копировать». Скопировали. И оставляете вот сюда комментарий. Можете опять же написать, как вы любите. Хочу приз. Можете ничего не писать. И нажимаете «Оставить комментарий». Остановимся тут чуть поподробнее. Как вы можете заметить, один комментарий у нас выделено крупно, именно к этому видео тоже выделено крупно. Почему один комментарий? Потому что в случае, если вы напишете, допустим, мы оставили комментарий, да, вот такой, нажали «Оставить комментарий», а потом вы полистали комментарий и решили там вопросы позадавать, вот сюда написать, написали сюда какой-то вопрос, либо здесь с кем-то вступили в переписку, вот как люди делают. Рандом вас просто-напросто пропустят. Делать этого нельзя у нас, поэтому и выделено, что нужно написать один комментарий. Вы пишете только один комментарий, оставляете ссылку на ваш ВК. Все, больше вы в комментариях никакой активности не ведете, не задаете вопросы, не переписываетесь с людьми. Вон тут, видите, по 8 ответов. Вот эти люди, кто написал вот сюда еще вопросы или ответы людям, они, скорее всего, да не скорее всего, они точно участвовать не будут, потому что рандом их пропустит. Рандом выбирает только человека, который написал один комментарий. Поэтому у нас здесь и написано, и крупно выделено даже специально ставить только один комментарий к этому видео. Также очень много вопросов по поводу того, что наш канал был заблокирован, ну и розыгрыш этот очень давно идет уже, к сожалению. Я там, допустим, в прошлом году делал репост, писал один комментарий, нужно ли мне делать еще раз репост или писать комментарий. Репост вам сделать нужно, если вы его удалили еще, ну, с прошлого раза, потому что очень много людей отписалось, когда канал заблокировали, не верили, что его разблокируют и розыгрыш вообще будет. Но даже в этом случае, если вы репост удалили, репост вам сделать нужно, как я уже показал. Но комментарий второй сюда писать не нужно. Почему мы ждали, когда канал разблокирует? Потому что вы писали комментарии, и именно по этим комментариям мы будем разыгрывать. Потому что если бы мы сделали конкурс заново, было бы огромное количество недовольных. Кто-то бы вообще прозевал, пропустил этот розыгрыш. Потом бы написал нам, что нечестно, я не видел, не предупредили. Хотя всегда нужно следить за нашим каналом, за группами, за информацией. Но вернемся опять к... Если вы в прошлый раз, когда участвовали, написали комментарий, второй вам писать ни в коем случае не надо. Комментарий писали тогда, все, оставили его. Дальше идем. Почему у нас именно к этому видео на нашем канале МД Регион ТВ? Потому что очень многие почему-то пишут вот сюда, допустим. Оставляют ссылки на свой ВК. Ну, вот, пожалуйста, человек не прошло и год, Денис Егоров пишет, оставляет сюда ссылку. Этот человек в розыгрыше принимать участие не будет, потому что мы будем разыгрывать только по каналу YouTube. Поэтому и написано именно к этому видео на нашем канале МД Регион ТВ. То есть вот сюда вам нужно оставить комментарий. Не сюда, а вот сюда. Ладно, надеюсь, все вам понятно. Дальше идем. Убедитесь, что ваш профиль на канале YouTube открыт, чтобы была возможность проверить подписки. Вот мой личный канал на YouTube. Вам нужно зайти в настройки, выбрать конфиденциальность и убедиться, что не показывать информацию о моих подписках, вот этот ползунок у вас не горит синим, потому что если он горит синим, то как раз таки ваш профиль, ваш канал на YouTube будет закрыт, и подписки мы не сможем посмотреть. А вам надо, чтобы он был сдвинут влево, и он был такой вот серенький. Это значит, что ваш профиль открыт, и мы сможем посмотреть подписки. То есть ни в коем случае вот так, нет, только вот так. Убедитесь, что ваш профиль ВКонтакте открыт, чтобы была возможность проверить ваши репосты, подписки. Соответственно, заходим на вашу страницу и смотрим настройки. Открываем приватность. И вот здесь, где у меня проставлен только я, друзья, друзья, здесь у вас должны быть стоять все пользователи. То есть информация на странице, все пользователи, особенно что на что тут можно. Список групп, личные сообщения,
тоже все пользователи, потому что мы с вами тогда не сможем вообще связаться. Вообще желательно, чтобы здесь стояло везде все пользователи, на всякий случай. То есть ваша страница не должна быть закрыта. То есть у вас должен быть открытый профиль, не закрытый. Сейчас попробуем на примере какого-нибудь товарища. Вот, пожалуйста, закрытый профиль. То есть как я должен здесь проверить, сделал человек репост или нет, подписан на нашу группу или нет. Вот то, о чем я говорил. Условия не выполнены, хотя человек участвует. Так, ладно, с этим разобрались. Идем дальше. Победители будут определены с помощью сервиса «Рандомный комментарий» в прямом эфире на нашем канале. С этим все понятно. Фейковые рекламные страницы не участвуют в розыгрыше. Администрация другими признают фейками на свое усмотрение. Значит, фейками мы будем признавать, если огромное количество рекламных постов на странице и если нет минимум одной-двух личных фотографий. То есть человек, который ведет социальные сети ВКонтакте, блин, 2020 год на носу, человек личные фотографии не добавляет. Одну-две уж можно добавить, даже хотя бы просто для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше. Не хотите участвовать в розыгрыше? Ну, пожалуйста, не участвуйте. Я не понимаю, почему такое количество негатива, почему я должен добавлять фотографии. Ну, потому что вы хотите принять участие, это условие конкурса. Ничего в этом критичного нет. Дальше. Ну и дальше у нас написано, что обязательное условие наличие личных фотографий на странице. И количество рекламных постов не более двух из последних пяти. Вот с этим вопросы возникают тоже у людей. Что это такое? Количество рекламных постов не более двух из последних пяти. Так, давайте на примере людей, кто нам гадости здесь пишет. Я вам покажу, что это такое. Так, сейчас. Вот, Андрей Туликов. Где-то я это уже слышал. То есть, типа, человек сомневается, что мы будем разыгрывать до сих пор. На примере его я вам покажу, что. Смотрите, раз, конкурс, два, конкурс, три, конкурс. А у нас в условиях сказано, что количество рекламных постов не более двух из последних пяти. То есть, здесь у вас должен быть закреп нашего розыгрыша. Ну и еще один, еще в одном розыгрыше вы можете принять участие. Дальше у вас должны быть посты не розыгрыши. То есть, ну там вот, допустим, как у человека какие-то фотографии, но ни в коем случае не розыгрыш. И, насколько я знаю, сейчас все, кто проводит розыгрыши, они борются с этим, с этими людьми, которые создают странички ВКонтакте и участвуют в 100 там розыгрышах каждый день. Таких людей мы награждать металлоискателями не будем. Поэтому вот что значит количество рекламных постов не более двух из последних пяти. То есть у вас может быть закреплен первый, это наш репост розыгрыша, и еще в каком-то розыгрыше вы можете принимать участие. Остальные посты должны быть не рекламные. Дальше, один приз в одни руки. То есть каждый участник розыгрыша может выиграть только один металлоискатель. Я думаю, здесь вопросов нет, все с этим согласятся, что весьма честно будет. Если ты уже получил какой-то приз, дай другим поучаствовать. В принципе, все. Вот все условия. Не понимаю, почему такое большое количество недопонимания, вопросов. Вот, есть правила участия. Переходите по ссылкам, выполняйте все последовательно. Ничего сложного в этом нет. Все, что я хотел вам сказать, проверьте еще раз внимательно, все ли условия у вас выполнены, все ли у вас страница ВКонтакте открыта ли у вас. На канал YouTube зайдите, посмотрите, открыты ли у вас подписки. Ну, а я с вами прощаюсь, завтра мы с вами увидимся на прямом эфире и разыграем 30 металлоискателей, наконец-таки. Да, вы молодцы, поднажали, набрали мы 30 тысяч подписчиков к Новому году. Замечательно, и нам, и вам получается праздник. Все, ребят, повнимательнее. Увидимся завтра.